Здравствуйте, друзья. У нас тут красавица. Откуда вы, красавица? Из Казани, из города Казани, из России. Давно из Казани-то? Приехала в Америку я, наверное, год назад, год и 3 месяца назад. Так, зовут вас как с таким тортиком? Вкусным? Лилиана. Лилиана? Лилиана, да. А что у вас такой тортик красивый в руках? Ну, потому что у меня сегодня день рождения. Давайте, и хочется... Идите вот сюда к двери, я вас крупнее покажу. Крупнее? Но крупнее не надо. Не надо? Ну, хорошо. Но у вас еще юбка красивая. Я бы сказал, даже легкомысленная какая-то такая. Легкомысленная? Нет, я сегодня нарядная, потому что у меня, во-первых, день рождения, а во-вторых, у меня сегодня митерм. Экзамен. А экзамен для вас это праздник? Конечно. Так вы, подождите, из Казани. Это вы студенткой были, наверное, по Work and Travel приехали, нет? Ну, вы все знаете. Нет, ну я просто так соображаю, молоденькая совсем, да? Да, я приехала, возраст я закончила университет. Секретный возраст. Нет, мне еще скрывать возраст не нужно. Так. Я еще пока молодая. Ну так, хорошо, сердечко свободное. Или уже кто-то прибрал там? Да, свободное. Окей, видишь, как мы, как вот. Ну, вы открыты к знакомству, может быть, какие-то... Молодые люди скажут, всю жизнь ждал Лилиану. Да. Может быть. Слушайте, а правда, вот мне сказали, что вот это вот тибетейка, что я вам дал, когда вы пришли, что вот женщины такие тибетейки не носят. Ну, на самом деле, у нас вообще тибетейки мало кто носит. Наверное, только на праздники всякие мусульманские носят их, да, мужчины. То есть это как бы... А женщины носят платочки. А мне сказали, что есть какая-то еще тибетейка специально женская. Нет. Такого, нет. Такого нету? Нет. У другого нас, формата. Платочки. Может, я чего-то не знаю? По Казани не ностальгируете? Если честно, иногда скучаю, конечно, но... Родители? Скучаю по родителям очень, скучаю по друзьям. Но мы с ними часто общаемся по скайпу, созваниваемся по телефону, и я чувствую, что они рядом. Так, вы к нам приехали откуда? Я приехала из Нью-Йорка месяц назад. Так, как там в Нью-Йорке-то было? Ничего? В Нью-Йорке мне очень нравилось. На первое время, конечно, было тяжело, то, что очень много народу, наверное, как-то не совсем чисто на улицах, это метро постоянно наполненное, переполненное людьми. Но... Это прям как Москва получается. Ну, да, похоже на Москву, но все-таки Нью-Йорк — это Нью-Йорк, и в итоге я привыкла к этому городу, там такая бешеная энергетика. Хорошо, да. В музей ходили, какой-нибудь там картинки смотреть? Ходила, конечно. Было. Ходила по паркам, там много чего посмотреть. Так, а как вы к нам-то попали? Это вообще долгая история. У меня есть подруга. Так. Анастасия Пифилова. Так. Вы все ее знаете. Я знаю, или ребята на канале знают. Да, ребята на канале тоже знают. Как называется блог у нее, скажите? Anastasia's View. Да, конечно. Мы же с ней сюжет снимали. Да, вы постоянно снимаете с ней сюжеты. Ну, все ребята ее знают. Вот, я не знал фамилии, просто я. Когда вы сказали Anastasia's View, я сказал, конечно, мы же с ней интервью снимали. В следующий раз буду так называть. Так, у меня теперь новое last name. Понял. Как это? Замуж, что ли, вышла? Нет, Anastasia's. Пусть будет View. Хорошо, хорошо. Настя View. Она из вашей группы, да? Нет, она закончила уже. Закончила? Я только начинала. Понял, начала понял, учиться. Понял. Хорошо, к вам так привыкаешь, кажется, вы уже все тут давно у нас. Да. Настеньку мы ее много раз снимали. Да, так вот, мы с ней вместе приехали и... Из набережных Челнов. Да. Так, угу. Мы с ней вместе приехали, и у нас есть общий друг, который, в общем, нам и рассказал про вашу школу. Не из Флориды друг? Нет. Так, хорошо. Не из Флориды. Он из Филадельфии, и Настя решила, что нужно хватать шансы и ехать сюда, тем более она у нас училась на инженера. Угу. Ну, а я как-то все вот... А вы учились на кого? Я училась на конфликтолога. Еще раз? Конфликтолог. Это типа психолог какой-то? Это, да, близко к психологу, что-то типа медиатора. Mm-hmm. Ну, было очень интересно. Ну, хорошо, теперь хотя бы зарабатывать будет нормально там. Да. Так, хорошо, Настя у нас где сейчас? Настя, наверное, у нас на работе сейчас. Так. Она на... Ну, вы общаетесь? Мы вместе живем.
То есть у вас такой, можно сказать, татарского, набережно-челновского, казанская такая тусовка. Ну нет, у нас ребята с Украины вместе с нами живут, так. И у нас такое интернациональное. Понял, хорошо. Ну есть какой-то, какие-то люди, как бы земляки, может сказать, есть вокруг? А, со мной девочка учится из Набережных Челнов, даже две. Сейчас? Есть, да. Вот прям сейчас, да? Да. Удают, много... симпатичные. Конечно. Надо вас все вместе поставить, вот рядом и так, и заснять. Да, и поставить на заставку. И на заставку. Хорошо, значит, так чего же, давайте я еще раз тортик покажу. Вот, друзья. У нас, знаете, как получается, вот, у нас получается, что с одной стороны не состаришься, вот когда такие вокруг, а с другой стороны, надо быть очень осторожным, чтобы здоровье не потерять. А то вот съешь тортик, и опять тортик, и еще тортик, правда? Ну, утром можно. Да. Ничего. Ну хорошо, давайте мы тогда скажем всем, кто нас смотрит, привет. Или пока, всем мы говорим, привет. Пока. А вы смотрите наш канал? Да, всем пока. Вы конечно. Наш канал смотрите? Конечно. И раньше смотрели? Раньше я начинала смотреть так немножко. Угу. Но вот в последнее время прям все новости. Давай, смотрят. Мы с вами только договоримся, что вы под видео будете в комментариях отвечать. А то меня начинают спрашивать, как найти девушку. А как вот она сама отвечает, пишите ей там в YouTube в личку и все, правда? Хорошо. Все, давайте. Пока-пока.